Понеслась. Понеслась. Да. Всем привет, да, вы снова с нами. Мы сегодня продолжаем играть в Ripout. На этот раз нас трое. Да. Я разработчик, Дред. Я это, собственно, Хикс. Всем привет. Сегодня я с вебкой, первый стрим с вебкой. А, смотрите у Хикса. У меня, да, вы увидите это довольное лицо. Капрала Хикса. Ну вот, чё. Да. Надо, кстстати, поосторожнее, вдруг где фейсхагер тут заныкался. Да, а ты светишь. Вон, у меня уже оружие зашевелилось. Типа, о, лицо, да. Кругом одни оранжевые рожи. Ну ты типа шлемы. Эй, что ты делаешь? Ну чё? Погнали тогда. Смотри, ты разобрался, что здесь, где на корабле? Да, это да. В общем, у меня нет дробовика. Надо только вывести еще вот эту вот херню сюда. А подожди, а тут что-то надо... Да, надо не поиграть, это нужно... Я понял, в чем фишка. Потому что мы проходили демку, помнишь, Хикс? Да. И, видимо, там мы проапгрейдились, что. И вот на крафтинг-станции, да, тут видишь... можно weapon mod сделать shotgun, long gun, assault rifle. Ну, я по имени еще говорю. Дробовик, ружье, штурмовая винтовка. Я вижу, что тут есть ружье, есть, и, соответственно, есть ячейки с ресурсами, которые мне не все подсвечены. Видимо, мне надо что-то собрать. Да. Какие-то ресурсы, чтобы его собрать. Я так и думал. Вот. Понятно. Значит, будем собирать, наверное, с вами вместе. Мне нужны какие-то механические компоненты, 15 штук. И да, сейчас это быстро наберешь, очень быстро. Электронные компоненты. Да, объясните в двух словах еще. Я не помню, почему, но там был робот в обучалке. Я его тихонько подошел, не стал стрелять, там, пускать этого хэдкраба. Я подошел, и Ешка его что-то башку ему снес, короче, она слетела. Подобрал, и у меня, по-моему, из-за него появилась какая-то слева хрень стреляющая. Электрическая, да? Пушка там на плече. Это с него, да, упала? Да. Или. И она, как бы, там что-то там. 5-6 выстрелов, она там потом скинется или что? Я просто не успел даже потестить на ком. Да, она у тебя там. Потом она все заканчивается. Кстати, еще самое главное тебе рассказать: там на уровне мы всегда ищем, там есть терминал для прокачки, то есть навыки пассивные какие-то добавлять. Но это только на уровень распространяется. Каждый раз мы так понимаем, понял, то, что все скидывается. Понял. Ну, условно, перед началом миссии мне что-то сейчас нужно где-то закупить. Надо. Вот смотри, иди сюда, я тебе покажу. А, да, я, кстати, на этом этаже не был. А где этот членоголовый? Какой членоголовый? Ну вот здесь, помнишь, стоял? А все, праздник закончился. Анти-чужой. Понятно. Ну тогда больше показать тебе нечего. Елочки больше нету. Да. Убрали. Ты можешь покрутить 1x там этот. Бет. Кстати, сбросилась всего одна стоимость. У меня нет, у меня 8, я просто последний. Мы с тобой, ты мне сказал, что... Я хотел тебя спросить, Дред. А я тебе больше ничего показать не хотел, там уже нет этой штуки. Я еще хотел тебя спросить. Спрашивай. А в этом, в Верментиде, ты там до какого числа надо было забрать бонусы? До 11-го, да? До 7-го. Блин, я все забыл забрать остатки. Да ладно, там чисто шмотки как бы есть. Ну да. Геймплейны не сильно. Здесь, короче. Да. Разработчик, здесь, короче, можно менять шмот, но у тебя пока нету. У нас там костюм уже частично разблокировался. У него. У Дреда костюм. Арахнида. А я что-то не понял, а почему я лошпед полный? У тебя ничего нету? Так у нас и сектор первый, джамп. Ах ты, а кто создавал игру? Ты создавал? Я. А, может, ты персонажа другого выбрал неправильно? Может быть. Давай тогда перезайду, переглашу вас заново. Ну, давай, хорошо. Персонаж. Да. Надо, персонаж 2 у меня стоит, действительно. Ну вот, наверное, тыкался. Вот эту вот хрень, на самом деле, очень дезориентирует. Надо будет отписаться им, что они неправильно делают. Что надо. Ах, блин.
Вот, и мой этот появился любимый сувенирчик. Угу. Какой... А, там? Да. Головач... Лена Головач? Да-да-да-да. Кибервагина, блин. Да-да-да-да-да, видишь, античужой. Ах, ах. А мой... Вам видно мой этот, мою хреновину эту? Да, твой фейсканер видно. А на ружье у меня, по-моему, появился ли была эта херовина слева с кругляшком, детектор какой-то. Что он значит? Он меняется там, кругляшки там. Какой-то детектор, походу, да? На ружье слева да, зеленая не видел. Херня ну, подсоединена. В смысле, на какое ружье слева? Ну вот, ружье, основная винтовка там слева, у меня какой-то монокуляр, что ли, так скажем, с зелеными кружками наверху подсоединен. Это что такое? Монокуляр. Может, вы не подсоединяли? Короче, типа... А, такая не знаю, труба... пока дизайн. Пока что это только дизайн. Нет, но он меняется, то есть я двигаю головой. А, нет, он... Да, это... Нет, хуйня, он как будто наводится на что-то. Ну ладно, неважно. Ну все, давайте выбирать его. Да, все. Пока мы... И последнее скажу, что здесь ты потом сможешь костюм себе менять. Вот я у меня этот самый костюм муравья, а у Дреда костюм паука. В общем, я человек-муравей, он человек-паук. Ага. Понял, у меня ноль здоровья, это нормально, да? Да. Да, здесь это нормально. Все хорошо тогда. А патроны перед миссией наполнятся, да? Да, да, а так да. Их подбирать там надо. Предлагайте. Патроны на всех не собираются, имею в виду, патроны на каждого собираются отдельно. А всякий лут, типа там модули, схемы и прочее, неважно, кто подобрал, на всех собираются. В общем, у нас вот тут получается сколько? 5 кораблей? А 4, да, 5 кораблей. Надо выбрать, что, какие бонусы. Предлагаю пистолет, пулемет. С огнеметом. И Шимуру выбирайте. И повышение урона, вот этот оранжевый. Дробовика там нет нигде. Повышение урона. Да-да-да, пистолет-пулемет и огнемет. И ну давай, да-да-да, его. Вот. Это все, вчера... тогда помчали. Давайте, в общем. А как? Что-то я уже не помню, как начать-то. А я не вижу твое меню, поэтому сам разбирайся. Ты же с этим... С вибро-саундом как там его... виртуальным кабелем разобрался с этим тоже. Блин, я нажал сектор 2. Слушай, а мы можем вернуться в предыдущие сектора? Прикольно. А надо? Нет. Хоп, най-най-най. А, здесь же не надо нажимать, надо просто на корабль идти и за ручку дергать. Это понял. Как в Lethal Company. Понеслась. Быстро. Полетели. Эх, прокачу. Прокачу, понесу. Ну чё, весь... посмотрим, насколько атмосфера ужаса и страха исчезает при трекинге. Веселых балагурах. Полягурах. Добудьте трофей для корабля. Ух ты, что-то новенькое, я такое не помню. Что-то какие заросли были. Зеленушка. Да, еще тут смотри, тут есть жетон самоспасения, сразу объясню. То есть ты один раз, когда упал, можешь подняться, да? А, поэтому, если все упали, надо решать, к кому подняться, чтобы все жетоны не тратили. Ну, ладно. Мне надо... Мы разделяемся при начале миссии. Меня паутиной зафаршмачило. А, ну все. Что, тебя убило? I'm down, I'm down. Man down. Что там? Да меня паутиной забрызгали сразу, и все. А, у меня... Это... Я правильно понимаю, что надо их мелких убивать, пока они кого-то не переселились, да? Нет, не обязательно. Да. Можно убить, а можно... О, кстати, терминал. Разбью. Малышка может
это Карен. Так. У нас... Так, что такое? Звери атакуют больше. Дальше экстракт. Патроны. То есть мне патроны, если я увидел, нужно решить, кто их берет, да? Ну да. Или... Ну, да, ну, в идеале, да. Какая-то карточка. Хилсу тут можно видеть по этому. Прикольно. Синхронизируйте атаки малышки с членами команды, чтобы мгновенно убивать больших врагов. То есть мы можем вместе с вами малышек выпускать, что ли, как? Да, да. Да ее не обязательно убивать, ты ее можно присосать к себе. Г зажимаешь. А-а-а. И потом вот это вот паутинчика. Г зажимаешь и правая кнопка. И вуаля. О. Мод. Там посмотрим. Поможка. Ты себе прицепил то эту? Дополнительный не, я не понял, как ее прицеплять, если честно. Ну, у тебя как? Ну, смотря какая кнопка назначена. Да, стандартно. У тебя сканирование открывается и нажимаешь... У меня левую кнопку нажимаешь, и она прыгает. У тебя, может, другая какая. Вы о чем говорите? О штуке, которая здесь ходит отдельно, не моя, так сказать? Да. Тебе надо ее на себя зацепить. Ну вот я нажал Г на ней, да? То есть она стала синяя. Что дальше? Г держишь, у тебя меняется такое сканирование, да, как бы. Да. Не, у меня она F. Ну, я... Значит, F зажимай. F зажал, что дальше? И какую-то кнопку левую, правую, посмотри, да, там как-то получение. Наверное, левая. Ну, блядь, это не то. Вот так правильно. А, то есть моя хрень ее должна присосать. Да, да. Да, все, я, господи. Засосал. И это вот и есть пушка самая, да, получается? Да. Понял. Ясно, господи, ты боже мой, я в жизни бы не понял, блядь. Так же, точно так же кидать на врагов ее, эту малышку. Нет, то, что кидать, это я понял. А техскан что дает? Вот, у нее есть опция такая. Она, правда... Она ограниченное количество раз можно воспользоваться ею. Ну, сейчас рано кинул ее. Ну, ты как бы все предметы увидел на какое-то время на локации. Ограниченное количество раз, да. Ой, блядь. Давайте какой-то товарищ. Кто там? Тут у них эти есть, как это называется, критические точки, куда стрелять можно. Ау, не нашел. Сзади. Я заметил в обучении, что пока не убьешь, что тут. Меня затасало. Блин, а? Что меня засосало? Да не засосало. Ох, бляха, муха. Откуда ты вывалился? Меня убили. У меня куда-то сверху упал. Где ты там? А. Я пока механику не понимаю. Прямо у меня сверху взял чувак, свалился. А что такое? Ни хрена себе какой он мощный. У него там один выстрел остался, если что, убьешь его. А, он ушел в тоннель. Да. Он в эту тоннель ушел. Да господи, сзади, я опять стою, на меня упал чувачок. Деньги сразу. Что такое? Да. То есть здесь, в общем, нелинейно все, да? Да. Ну, это как бы рандомные комнатки. Ну, то есть, комнатки, уровень сложен из подуровней, которые... Так, понял. Мы куда идем? Как-то можно цель смотреть? Да, вон беленький квадратик. Да. Сзади нас просто осталась эта хрень какая-то там. А, хилса. Ай-яй-яй, мина! Хилсу берите. Ребят, разрабы. Что ты там забыл? Да я попробовал присоединить руку, смотрю, у вас рука какая-то. Что дает, непонятно. Да вот тут. Ой, это что такое? Я забрал ее. Иди сюда.
что это такое? Фонарик тут заканчивается, батарейки. А. Ну, не так, чтобы сильно. А это что за... Часовенькое. Ой-ой-ой-ой-ой, что есть? Что-что? А, это минобросатель. Черт, блин. Просто я говорю, в обучении там была комната мобами. И они бесконечно шли, пока я не убил вот эти хэдкрабов, которые там ползались свободные. Да? Да, ну здесь, здесь вроде такого не так? Нету особо. А, понял. Нет. Роберт, да? Да. О, подожди, просто... а ты с него просто голову снял? Да, да, тихонечко подобрал. Е нажимаешь. Я думаю, по нему стрелять надо обязательно. Ну да, я тоже. Не, вот я тебе об этом и говорил. Я так понял, это ресурс. Да? Просто. Да. Ну, тут... Так. А, это значит просто удар какой-то. Это новенькое. Ой. Еще. Ух ты, быстренько. Куда это нас с тобой выкинуло за стену? А, мы с тобой вдвоем, да? Черт, он меня так сильно ударил. Ну кто, давай. Пора жетон использовать. Давай, я. Я использовал. Мы вдвоем используем. Кого стрелять, Дреда? Выходит еще кто-то. Ну, спасибо. Все немножко понятно, зато. Разведка боем. Так, я вроде. Еще я вроде все. Забрался. Сейчас. Чутка там, да, кто-то. Давай меня первого, да. 12, 11. А нет, уже. Нормально, спасибо. Блин. Да ладно, я полежу. Кого ты полежишь? Лежа лежать, да? Да. Не, револьвер интересный, но он, сука, блин. Ой, тут робот. Улучшалка. Действительно, вот. Робот. Я даже не увидел. Уши, который пистолет, да. Уничтожить все терминалы. О, а ты уже его забрал. О, вниз что-то можно. Кто первый стал, того и тапки. Так, вниз надо будет идти, я так понимаю, что тут. Все равно с какой стороны. Там вниз или здесь вниз. Давай я опять скан выпущу. Станция восстановления. Сверху робот стоит еще. Понятно. Пойду пока. А я не смогу его сверху взять. Ой-ой, мина. Понял. По мине можно стрельнуть, если что, имею в виду. Это что такое? Это компьютер. Странно. Электрокомпонент. Трупачок. Взрывающаяся бочка. Угу. Мина. А все, я подорвался на мине. А тебя под... забрать надо? Да. Да. Сейчас, извини. Опа. Хопа. Ты еще живой? Ну, в смысле? Да. Что это у нас такое? Мехакомпонент. Ой! Блин, вовремя выстрел. Что у нас такое? Терминал. Сверху надо наверх как-то попасть. Там сверху робот стоит. Какое-то время пошло. Да. Сзади. Ага, вот какое время пошло. Да ёпрос, это я подорвался на проводах. Спасибо.
обращайся. Ой. Ну, время еще идет, мина. Это пока она открывается. Кажется. Сейчас компьютер. Думаю, на более сложной сложности. О! Еще один идет здоровый. Вы отправляйте на него этого Петра. Я случайно нажал на кнопку H и весь интерфейс скрыл. О, прикольно. Вы полиции. Бочка взрывающаяся есть. Ага, попробуем. Да. У них, кстати, сумасшедший почему-то. Радиус точнее. Так, теперь. В общем, с патронами тут, да, надо успевать брать их раньше вас, да? Да, как-то берешь их, и они так хопа и хопа. Черт побери. И делиться нельзя, да? К сожалению. Нам сюда. Окей. Человека руки. Что это вы за рукоплечи? Где-то тут робот стоит. Где-то сверху тут стоял робот. А-а-а. Видимо, на другом. С другой стороны, другом типа? На крыле. Угу. Там наводящие взрывные жуки. Как туда попасть-то? Ну ладно, не пойдем или пойдем? Не пойдем, наверное. За... Ладно, пойдем. С той стороны где-то нужно обходить. Ну да. Кругу. Да. Так, с чего таймер-то пошел? Ну тут что, двери открывались и, собственно, происходило всякое бяка. Теоретически там, ну, на тебя должны враги нападать, я так думаю. Понял. Но, видимо, на нормальном уровне сложности это... чуть-чуть нападали и успокоились. Мина. Бочка. Еще одна. Ой, блин. В нокауте. Что-то я шмякнул. Что у нас тут такое? Ничего интересного. О, смотрите. Антихагер. Понятно, значит. Пришел. Чуть-чуть добить. Первым делом кидайте в этого товарища, ну, в больших товарищей свой пэт. Милашку. Свой большой пэт? Блин. То есть, может... Я патроны забрал. Сорян. А мои патроны ничего? Выпадают, что ли, или как? Нет? Нет, это с монстр. Нет? Просто выпали. А, Икс хилса на тебя. И здесь улучшалка отлично. Еще была. Вот улучшалка, да. Прочность твари, восстановление малышки. Максимальный запас здоровья. 150 становится. Угу. У меня просто патронов, да. 16 штук. Хоть какая-то. Вот бери боеприпасы, как раз таки лежат. Угу. Ты морг. Нам морг надо? Нет, не надо. Ой. У нас есть механический компонент. Ух ты, блядь. Сука. Собака сзади толкнула мне на электричество. Собака. Разорвали, короче. Ты кто-то жирный был, да? Ну, достаточно да, жирный. Аптешка лежит. Да, аптешка. А как узнать, у кого здоровье? Можно как-то или нет? Так, а слева углу. А, блин, господи, да. Так, ясно. Осторожно, я сейчас электричество включу. Так, ухожу. Уйдите.
А то прыжки тут как будто мы на Луне. Ой-ой-ой-ой, под ноги случайно кинул. Отцепись! Подсосало? Ну? По желтой этой штуке кидайте. Да-да-да, понятно. Та, типа, слабая. А это что у нас тут такое? Боеприпасы нужны кому-нибудь? Так-то у меня на дробовике все нормально. Я возьму тогда. Давай. Все, сняли голову. Да. О. А, это такая же голова. Как открыть? Нет ключа, типа не откроешь, да? Надо. Да, надо ключ где-то подобрать. Не факт, что он есть. Но тем не менее. Вот там. Выход наверху где-то. Да, там сверху боеприпасы лежат. Дешевые пугалки, а? Ага, и не говори. Как ее заранее? О, я нашел этот апгрейд. Так, это надо в ту сторону идти. Тоже возьми разработчик апгрейд. Я тут прошелся мимо, она меня цапнула. Ой. Что? Ну мы же все вроде прошли-то. Да, нам по дверям.
там? Покемордер. Ор контрол. We got the panic control. Так, ботик. Сейчас мы тебе бошку-то свинтим. Так, дверка здесь. Зомба. Зомбари здесь. О, ящичек. Это внизу интересно у вас? Да, бляха-муха, меня сейчас все нокаут. Ай, ай. Понял. Ай, мне тоже. Было? А там снизу какая-то ебанина была. Ерунда. С виду обычный товарищ. Я так и не понимаю, чего я умираю. Мины какие-то. Да, здесь пока есть такой момент, что некоторые, ну так, не очень физично, скажем так. Ну, тебе бы вылечить нас, а то мы сдохнем уже, все. Ой, 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 ни хрена себе. 9, 8, 7. А, там... А у вас нету, да? Не, кто-нибудь Е надо, если есть у кого-то. Понятно, бля. Че вы? Ай, ядрит, смотри, че вы все сдохли? Ну, КФ начинается, вытягивай уровень. Или здесь так не работает? Где резерекшн? Покажи класс. Бля. Покажи класс. Да мне тут... Как-то немножко есть доработки. Как-то все дергано. А где хикс? Тяжело санализировать. А он, не знаю. Не выдержал. А ты меня слышишь, да? Да. Ну да, хикса нет вообще. Это же его сессия, почему там. Да, а вот, Resurrection. Всё. Сейчас будет. Давай посмотрим, что будет. Там и там ходит еще один товарищ. Ну так. Давай-ка, патрончик. Ой. Не то, что я хотел. А я вот и не понял вообще, что сейчас было. Это телепорт был. Да, телепорт игровой, да? Резидент Эвила, да? Желтыми пятнами. Что это такое? Давайте лучше мне его. Так, 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 так. Раз. О. Здорово, ребята. Здорово. Вот, Никит, тебя не слышно.
Да, что-то ты пропал. Раз. Зато я знаю, что я респауню с полным пакетом. Слышно, да, меня? Теперь слышно. Да, слышно. Что было-то у тебя? Провод с микрофона вылез с каким-то хреном. Ты, наверное, много чего сказал, да? Да нет, я тут смотрел только и все. В общем, да, немножко вот этот лаг, я не понял, это что было у тебя, Дред, когда большой с тобой был? Это лаг игры или это какие-то функции монстра? Это функция этого дополнительного. Оно телепортирует вплотную. Ну, то есть направление. Понял. Это было забавно. Ну, наверное, это хорошо, когда ты убегаешь. Но в данном случае я не понял, я думал, что это оружие. И она такая, опаньки. Позвольте с вами познакомиться поближе. Так, что тут делать надо? Наверх, что ли? Ну, видимо, да, квадратик со стрелочкой наверх. Где квадратик со стрелочкой наверх? А, вон, вижу. Сюда не вижу. Все, на втором уровне что-то должно быть. Справа. Ну, мы тут были, да? Тут все зовут. А вот, все, вот ко мне, вот сюда, походу. Ой, ой, да. А мне тут говорит, иди направо. Ага. А, тут дверь сломанная, что ли, не открывается. Вроде вот тут какая-то это есть. Дверь. Понял, тогда к тебе идем. А вот здесь вот сюда, да. А Г нажимаю, вы видите что-то там, помечаете, да, для вас? Ага. Да. Понял. Так, так какая-то... найдете патроны, подкиньте мне, а то у меня очень так, важное какая-то... вторичное оружие. Ужас. Корабль. О, мы пришли. Кровяк. Опс, Рока. Это что такое? И сюда. А, это захилить, по-моему. Ну тут все трупы можно подобрать, не так, да? Да. Некоторые трупы можно перевернуть, и из них еще лучше эски дополнительный выпадет. Ага, эски. Что-то у нас еще наверху что-то есть. Кстати, помнишь, мы играли в Lethal Company, там эти мимики были, да? Да. Которые с маской. Да. Это, оказывается, не модовое дополнение, это обновление на игру вышло. Я думал, это модовое дополнение. И там еще дробовик появился. В игре? Да. Короче, щелкунчик ходит на вот этом титане или где. Если его убить, из него попадает дробовик, а он тоже с дробовиком ходит. И два патрона. А вот. Типа не... Ну, патроны потом можно с других поднимать чуваков. Ага. Ну, что-то это уже дробовик, что-то как-то сложно. Для этой игры. Патронов у него прям вообще минимум. А, понял. Господи, теперь я понял. Голова это и что-то там. Так, а с этой ловушки синий, да? То есть ты, если в него попал, никак не выбраться, да? Ну я как-то выбрался вот сейчас. Как в сталкере не работает. Прыгал. Ладно, все, пошли. Все, что ли? Мы типа все выполнили? Да. Ну получается, да. Поехали. Понятно. Ну весьма. Запускаю, да? Да. Я снаружи полечу. Побежали. Да, дорогие пассажиры, всем занять свои места. Наш рейс отправляется. Да, хорошо. Спасибо большое.
где-то можно пути. Запустить мину? Попробую. Есть вот этот штука на плечо, которая мины кидает. Да уж, совсем как-то простенькая. Вроде интересно. Чертеж доп. Оружия. Чертеж моды поддержки. Огнемет. 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 Да. Ну чё, апгрейды? Смотрим. О, смотри, можно поставить робота новый. Новый, это как его, фишка для корабля вот сюда. У вас есть что-нибудь зелененькое? Нет. Где? Тут? Нету? Вот здесь вот. Значит, я сейчас поставлю. Давай, поставь. Оп. О, что это за телевизор? На ножках. Зомбоящик. Нейротерминал. Зомбоящик, да. Буквально. Огнемет. Блин, на огнемет ни хрена как много компонентов надо. Да, мне 10 гораниума нужно. А у меня тут еще увеличение. 15 механических компонентов. Не одна. Так. Ладно, огнемет подождет. Я посмотрю, как у вас он работает. Ну, у меня нету его. Ну, да уж, у меня ружья-то нету. Можно что-то в чего-то преобразовать-то, там, не знаю. Что-то во что-то. Очищенный сплав компонента. Это уж какой-то Вархаммер, блин. Какой Вархаммер? Где-то там что-то такое было. Ну это да, это верментиди, так тоже преобразовывать. Угу. Вечискан. Блин, нету интересных кораблей, а? Нету, что там? А нужно все пройти, да? Оружие новое. Хакер тир. Гараниум, хераниум. Так. Крутится, вертится, шар голубой. О, боты давай. Арахнидовые. Вот это вот. И повышение урона команды, вот это вот. Да, Релайн текила. Поехали текилу бухать. Атака малышки. Вы в корабль, да? Я должен тоже приходить или там кто-то стартанул и нормально? Наверное, да. Нет, нет, я думаю, да. Ну чё, чё вы там понабрали? Ну, пойду да в душ. Да ничего не взял. О, ох, ох, хорошо. Сейчас, момент. А я в бак на камеру. О, да. Это слизь, блядь. Я полчасика посплю, вы пока там. Ладно, нормально. Чё вы там? Чё, полетели, давайте. Полетели, давайте. Если у вас больше нет ничего, поехали. Всё. Полетели. Яндекс такси, блядь. Добудьте трофей. А, да, точно. Здесь же баг. Если хост другой язык поставил, то у гестов тоже будет этот язык. Такая вот заба. Надо штука. Польский поставить, чтобы у вас была курва сплошная везде. Курва матья. Да уж. Телепортер предатор. Так, корабль. Депутит. Просто тупо трофей. Вот ты его и собрал, этот тупо ящик ваш. В этом что ли суть? Ну, видимо, наверное, даже не знаю. Уничтожьте заражение. Ну, из З. Не знаю, что это значит. Так, темно это... здесь у вас.
трех, одну из трех штук. Так, открылась дверка. Хоть раз в туалете кто-нибудь открывал, видел что-нибудь, бывало? Там даже можно смыть унитаз. Нет, я имею в виду, лут какой-нибудь бывает, нет? Ну, кроме жидких отходов. Не видел. Хотя да, надо им воду везде открыть. Тут апгрейд. А там вендинговый аппарат стоял. Чипсики никто не хотел. Нет. Что у нас такое? Посмотри сюда, это абсолютно безопасно. Родной, да? подойди сюда, это абсолютно безопасно. Уверяю вас. Да? Мне прицепилось что-то на руку. Ой, подарок. Уверяю вас, это безопасно. Ну, вы, видимо, недавно во что-то играли эту фразу, да? Так это же из этого, из... как его? Колониан? Чужой завет. Да. Так где андроид играл на флейте? Ага. Да. Хорошо играл. Увлекательно. Ой. Я такого не помню. Я тут нечаянно. Ну ты там это, мы пока тут постоим. В принципе, да, что тратить патроны. А, тут смотри, как-то интересно. Вот это все через. Можно вниз сразу сходить. Начался жесткий платформер. Ага. Что за фигня, да? Страшно. Так, кто боится, тот умирает. Иху! Ой, убежали. Так что, все разбежались, да? Да. Боеприпасы. Упс. Я просто упал на. Поздравляю, вы вдвоем. Куда ты упал? А ты вниз упал? Да вообще нахрен упал? Да, упал, все упало. Крипта падает, я упал, пиздец. Хреново. Ну это все, теперь только до станции восстановления. Без проблем. Отдохнешь, да? Да, покурю пока. Ой, кто здесь прыгает-то? Изучение механики. Игры. А, вон, кстати, указывается, да, где тебя поднять можно, отлично. Да, да. Без урек. Сходи, подними, в принципе, что тебе трудно, что ли? Там недолго. Просто прыгнуть без шифта и все. Ты сразу там. 100 метров. Какое-то время пошло. Походу в следующей локации. То есть я попал в следующую локацию сразу, да? Да. Кстати, неплохо тут. Жопа фейс. Это что у нас такое? Репортер подобрал. О, прикольно. Слушай, а может его надо использовать? Да. Я не хочу рисковать здесь его использовать.
Да. Опа, получилось. Да ты не дрей. Слушай, может здесь тэч-скан попробовать сделать? Давай, сейчас сделаем. Я сделал. Там какие-то... Это электричество, электричество, электричество. И два электричества. Да и все, получается, больше здесь ничего и нет. Ага. Давай. Дальше. Куда надо идти? Там что-то... Бля. Ну меня просто, знаешь, отнесло и что-то. О, у меня на уровне человек появился. Ой, вот это я сейчас чуть не телепортнулся в пропасть. Куда вообще идти надо? Давай, Хикс, ты всех вытащишь. А, сейчас. А вон, смотри, какая-то хрень, нет? Сюда, походу. А может электричество включить надо? Посмотрим. Там бочка, да, стрельнуть надо. По-моему, поможет. Ой-ой-ой, вот. Бля. А мне показалось, что дверь закрылась, и он ушел. А че так меня прям ваншот? А ты упал. Сразу. Ты... Стучаться надо. Потому что должно быть трое человек просто, вот и все. Даже жетоном не дали воспользоваться. Ну там такая дверка, что прям... съела. Да. Ну, чтобы все другие не скучали. Вольный выход. Ну, спасибо за, так скажем, тест-драйв. Мы теперь знаем. Делаем так же. Я падаю, потом ты к двери. Хорошо. А уже этого уровня не будет у нас, к сожалению. А, ну да, я понял. Ты же говорил. Вот она в чем фишка, значит, да? Значит, мы не получим это улучшение для корабля больше. Ну вот, можно вот этот выбрать. Так, здесь 4 гарани... а, 3 гараниума и сапоги. Здесь сапоги. Вот это. Так, а тебе какие нужны? Тебе какие сапоги нужны? Арахнит? Или сапоги оса? О, еще оса тут есть, короче. Понятно. А зеленый вроде мы прошли уже, нет? Нет, это просто... Может быть, может быть. Так что нам типа вот эти вот два осталось. Понял. Пошли обратно получается... на килл. Ладно. Ага. В общем, разработчик, ты у нас, значит, собираешь костюм осы. У нас был человек-муравей, человек-паук и человек-оса. Команда Марвела в костюм сборе. Да. Наружка. На паутину из жопы я не стреляю. Сейчас я приду. Всех не убивайте без меня, да? Да. Блин, дороговато для такой альфы, да? Ну да, но она, видишь, я так понимаю, еще будет прокачиваться. Ну да, видно. Чем-то даже Doom напоминает. Да, есть такой дело. Так, что, подождем тогда секунду? Давай, конечно. Давай, я тоже на секунду отойду. Давайте, я пока тут это... подожду вас. Сейчас я подойду. Так, кто эта темная фигура у нас тут? Человек-муравей? Ждем, он отошел куда-то, да. А. Слушай, я так понимаю, что тут получается циркулярная такая штука, что 7 это количество секторов, и мы все равно возвращаемся к этому вот... к этому вот кораблику, судя по всему, нет?
Ну, по всему, да. Так, что-то у нас такое... Кто это такой? Кто вы такой? Я вас не звал. Идите далеко. А ты, пташечка, иди ко мне. А, что это такое? Че вы там? Хикс тоже отошел? Да, вроде жду, да, его отошел. Ага. Ну я тут тогда немножечко постреляю. Окей. А во, апгрейд, кстати. О, интересно, мили дэмэдж. Давайте в милишку пойду. Нет, работает, окей. Что это за труп? Лежит неприкаянно. Как тебе, я вернулся? Окей. Вдруг там все собрал уже, всех убил. Яй-яй-яй. Так, убиваем тогда эти заражения. Ай. Так, улучшалка. Ага. На самое. Ну все пока точно так же, да? Угу. Так, не то чтобы сильно будет меняться. Давайте сюда. Сейчас сломаю. Кого забыли? Кто? А, понятно. Все. Вот так вот тестировщики забывают разработчиков. Тестировщики и дизайнеры. Найти команду в горе. Ну, я пошел на... Ну, не на, а налево. Вы улучшалку пропустили. Да? А где она? Да. Направо сразу надо было. Ну, я кружок обойду и там найду тогда. Ебать, что за шум, а драки нет? Криммер. А, вот он теперь сработал, как надо. О. Ух ты. Даже так. Это не так, ничего не так. И они мы тут просто физкультурой занимались. Это как это, мы прикалывались, знаешь как? Там сзади тебя какой-то большой товарищ. А, ну такой же. Подними банку. Подними эту банку. Разработчик. Подними эту банку. Господи, вы оставили какие-то свои приколы, я не понимаю, откуда они. Ну это же Half-Life, ты чего? Да? Нет. Помнишь второй Half-Life в начале, когда там идешь в City 17? А, все, все ясно. Я понял, понял. Подними банку. Я всегда не поднимал, блядь, и все. Да, стояли, да. Не, он же там тебя потом толкает, да, бьет там. Ну и да-да-да, как раз дубинкой электрической. Да-да-да. Так, нам куда-то там вниз, я так понимаю. Ох, блядь, спасибо, здрасте. Хуй, стреляешься, спасибо. Я все забываю про это. Дополнительного. Оружие? Ну, наплечную эту милашку. Я тачскан запустил. Да что ж, этот тачскан твои двери сломал. Че-то ничего больше нет. О, наверху робот.
Тут пушкарик. Сверху ходите, звуки такие, как будто где-то монстры ходят, шкребают. Да тут эти мелочок какая-то. Осторожно, на платформах слезть, не подскользнитесь. Не слезните. Кто-то майнит. Не слезните, да? О, я нашел. Здесь нажать надо. Нажать? Или пока не надо? Да, нажимай. Ну, я просто еще до верху не... Ну, ладно, поехали. Что такое? Еще бы чуть-чуть, и я бы все. Блин, это рука. Знаешь, как кошка мимо проходишь, она тебя так хоба и лапой. Ну, только тут не кошка, а вся лапа. Лапа сфинкса. Ой, блин, робот, ну что ж ты здесь так стоишь? Что ж ты делаешь? Нормально ведь общались. Ну да, блин, да. Какие-то звуки. Да, куда-то. Да, много здесь каких-то закоулочков. Непонятных. Видно, что что-то хотели сделать, но пока не сделали. Ну, это как бы все равно рандомный генератор, то есть это... А, ну тогда понятно, да. Уровни генерится, и, в общем-то, тут чисто на исследование получается. Серверное. Так, а куда нам идти-то? Словом, серверное мне теперь ассоциируется Lethal Company сразу. Звук пропадает. Ауч. Так, у меня? Да, немножко был. Ну ладно. Так, и дом в Б. Ой! Помните, туда. Ой, вот меня вот осторожнее, там дверь какая-то. 40. Помнишь? Не очень понял. Это дверка, да. Которая не дверка. Вот, бей-бей-бей-бей-бей. У меня еще времени есть. 25. Вы там take your time, как говорится. А, видите, сразу же проходик. Тебя тоже ваншотнуло, да? Ну, я там не то чтобы сильно здоровый был. Ну, как-то так, да. Подожди, а фонарик? F у меня. Не-не, я просто смотрю, как бы... Он тоже уменьшается, да? Робот. Сама ему голову. D и C4. Угу. Ах ты ж, блин. Ты где? А ты внизу? Я спотыкнулся и упал. Гребаная лесенка наверх, она что-то как-то. Да, я тоже на ней в прошлый раз так же шлепнулся. Ой, тут два прямо этих монстрика на вас. Да ёб твою мать. А ты на электричество бахнулся. Да, я понял, я красавчик. Пока не понимаю, да, зону действия. А я все тоже. Смотри, справа от тебя. Ой, да тут вас просто от души ёкарный бабай. Я, короче, встану. Вовремя я встал, блядь. Давай, покажи им всем Хикс. Ну что? Ну хватит. Где уже кто? Там. Все. Ну все, больше никого нет. Да я боюсь сам себя. Только на пар не напарись. Да. Давай, подними меня, потом Хикса будем поднимать. А как на пар не напороться? Контролом, что ли? Да. Half-Life, блин, а у меня звук, оказывается, выключенный был. Вовремя я возродился. Получается.
Не понял, куда эти два моба делись. Они... Я одного из куст стал, а они, кстати, телепортируются. А, понятно. Ай, блин. Прости. А ты меня? Да-да-да, и ты мне просто под перекрестный огонь попал. Сорян. Я просто как начал стрелять, и уже остановиться не мог. Да он робот внизу еще один. Как бы к ним попасть? Попасть я к ним попаду. Куда? Вот выбраться я оттуда не смогу. А вон внизу робот стоит. Вон. Так, а что это у меня такое, а? Я как будто забаговалась маленько. А нет, я смогу выбраться оттуда. Ну-ка попробуем. Тут супер. О, наверху два ящика. Я робот в нокауте внизу, если что. Интересно, на него жуки сработают? Да, у меня 33-32 секунды. 31, 30. Ёб твою мать, что произошло? Ты последний, ты на жуках на своих подорвался. Да? Смотри, аккуратно прыгай. Сейчас будет третий. Можно мимо упасть. Бота убили-то? Так, у меня 10 секунд. Нет. Там. Да, быстрее. Меня только, пожалуйста. 5 секунд. Ну, фух, повезло. Блять! Ты не того, по-моему. Все нормально, спасибо. Ну и жопа. Ну здесь интересно. Ух ты ж. А, все нормально. Как откиснуть? Чуть такой. На ровном месте, да? Боезапас нужен. Ну. Не, мне не нужен. Окей. А я взял. Извините, если кого разочаровал. В общем, игра такая есть. Угу. Ладно. Слышишь, есть такая игра, вот она. Так, да, наверное, не нужно. Ниже только поцелуи. Демоны. Тут вот эта вентиляция подсвечивается зеленым. Там что? Ересь Хоруса или что там? Варп? Да это просто эти самые ID Tech кулеры для процессора. Зеленый, это не знаешь? С RGB подсветкой. Да. Вон Роберт стоит еще наверху, да? Синий. Роберт, он значит ящик. А что электричество включить надо? Два ящика даже, да, получается. Так, Роберта я возьму. Ё. Нет, он уже мертвый. Ящик с патронами. Ну бери. О, свет включить? Включай, да. А вон, смотри, там нужно к этой штуке подобраться. А чё тут нельзя? Тебе патроны не нужны, Никит? Да нет, не нужны. Окей. Нам. А ты брал дред патроны-то? Да. То есть остаются, значит, если тебе слишком много, нет, да, там пачки? Там было два ящика. Поэтому... Ящик нашел. Компоненты. Ух, блядь, это ж пар. Улучшалка. Отлично. О. Блин, как ты пропустил. Спасибо. Мне нужно сейчас здоровье. Ну так. Ага. Да ёпта мать, я с этим паром второй раз чуть не умер, блин. Жетон самоуничтожения, блядь. Робот, я тебя. Ой. Кошку я тебе сверну. Тогда текста.
Прикольно, а у меня от оружия дырки не остаются в стене. Должны. Тут вот сейчас разработчик стрелял, от его оружия дырки остаются, а у меня не остаются. Я разработчик, блядь. Да, у тебя на твоем компьютере все работает. А ты в Дискорде просто у пользователя сделал правой кнопкой там убрать следы деколи или как они там. Да, декальки. Хочу больше взорвать. Красиво. Ну чё? Ладно, что делать? Что делать-то? Куда идти? Вниз, куда там надо идти? Ага. Это меня уже это не надо. Ой, блядь, сюрприз. Мазафака. Сюрприз, мазафака. Это же моя мина, она же меня не убьет. Она добрая, да? Тут так не работает. Ой, здрасте. Блин, вот коллизии, конечно, с ним поработать бы еще. Потому что, ну что за дела? Вот я хочу вот сюда пройти, по краешку, а здесь нет. Так, тут здоровье кому-то надо было. А, извини, я забрал, не надо было. А я про тебя да и говорил. Патроны нужны кому? Я есть, вроде как. Вроде бы есть, да. Так, я вниз. Ой, блин. Я в нокауте. Я тебя подстрелил, ты черт побери. Ну ничего. А ты тоже? Ты последний разработчик. Да. Да ладно, блин, да вы ж... Внизу. Ладно, я... Все, я подумаю. Не, давай я ты подымайся. Я был последний, да. Вы подымайтесь. А я не могу добраться. Жетона у меня нет. Подожди, у меня нет жетона. Разраб, ты можешь подняться? Нет, все, я сдох. Я поднялся. Смотрите, восставший, выживший. Леонардо Ди Каприо. Бля, наверх там. А вот вижу, как наверх подняться. Играет тревожная музыка. Давай, да. помоги. А, супер. Спасибо. Собака. Не совсем, да. Палку давай. Сейчас появится где-то здесь. Вот она, я понял. Вот она, я теперь понял, да. Я видел, как она исчезает. Собака такая. Она летала, в общем. Она телепортировалась тут. Так, я ID тачскан запустил. Ух, там ящиков, робот. Два ящика сверху. Два ящика на два этажа ниже. Ага. Интересно, на какой максимальной, с какой высоты максимально можно спрыгнуть? На второй. Ну давай попробуешь, разберемся. А, ты же попробовал тогда. Да, нет, ну это понятно, один уровень-то без проблем. Эти пушечки бегают. Никому им бесплатно не нужны. О, улучшалка на втором уровне, да? Вижу. Так, что-то у меня здоровье как-то. И шивка много. Вот. Так, гора боеприпасов. Вот если что. Ну смотри, на этаж ниже упал, и мне уже урон прошел, поэтому имею в виду. Понял. О, закрытый ящик тут. Блин, как тут мне пройти? А, вот что. Ай, не надо было смотреть. Так, что ты там нашел этот?
Что у вас там происходит? Какой тут пушек у тебя ходит? Вот где-то там. На третьем этаже, да? Угу. На минус третьем, точнее. Ну, мы здесь точно, да, были. Сейчас это не поймешь. Многоквартирный дом. О! Я нашел ключик. Он, и вот если что, имеете в виду. И улучшалка, вот она. Супер. Ага, вижу. Ага, ты там где-то, да? Куда пошла? Стой. Ну, вот. Нам в этот мы пока лутуем, лут собираем, да? Да, лутуем. Да. Лутуем. Common. Купон куда? Там внизу что-то было, нет? Все? Нет, я вроде обшмонал внизу, все, ничего нету. Окей. Так, ящики открыты. А вон там ящик. Все открыто. Он открыт уже вроде как. Так, патрон никто забирать не будет, да? Забирай. Забирай, да. Забирай ты их скорей. Окей. И вставляй. Все. Идем в новостройку. Да. Эй! Эй, ты меня не бей, ты меня ёбнул через стену. Я был фуловый. Подними эту банку. Я был фуловый. Подними эту банку. Там здоровья не было. Блин, че, серьезно, я тебе прям половину хп снес? Ну, посмотри на меня. Принять, через стенку пробило. Будем знать. Обижаешь. Сковородки пробивал. Давай я тебя добью уже. О, я нашел здоровье. Отлично. Ты не подобрал его. Вот еще там бежал. Да? Да. А, блядь. Все, видишь как? Это здесь одни только электрические выключатели, да? Там что-то было в том звуке? За там моргающая хуйня, это не тюрелька там с лазером с красным? Не боитесь? Да, 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 турелька. В прошлый просто раз было. Какая веселая. Здоровье. Пилса. Так, спирт, топливо. Я думаю, что такое на меня? Блять, меня догоняет какой-то пидор. Большой. По ноге его херачь. Дверка здесь. Давайте полетуем. Угу. Свет включить? Давайте включу свет. Давай. Сразу веселее как стало. Темно. Мина, 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 мина. Сюда.
Из этого самого вспомнить все, что ли? Желудочка Шварценеггер, Мина. Паттерхэм. Да, мне вроде не нужны. Я буду заходить за тобой, ты говори, что нашел, ладно? Так, ладно, надо идти. Наверх. А, не могу пройти на последний этаж. А очень да, хотелось. Он запломбирован. Чё, коллизия? Да-да-да. Вот сволочи, а. Ну там как бы и не планировалось, но тем не менее. Ну, надо найти. Ну, какие-то заборчик-то. Ух, блядь. Сейчас бы доходился бы. Так, блин, ну так нечестно, а? Ну, вот показали, но не дали. Да. Ай. Ни с этой, ни с другой стороны. Обидно. Что ты там делаешь? А, так, улучшалка. Улучшалка, да, вижу. Гарри, откройте. Снижает урон по игроку, что-то новенькое. Нет, так не сработало, а нужно через это. А это вот там, где ты по лестнице подняться не мог. А ты смог, да? Не-не, там быть. Да мне просто интересно, смогу ли я. Смог бы ли я. Да, смотри, Редюс. А давай, вроде как бы что там. Да. Возьми эту банку. Сам подними. Подними эту банку. Подними. Ой, извини. Поднял. Я поднял эту банку. Подними этого игрока. А банка все-таки упала. Так, на этаж ниже, блин, а? Нормально. Я должен прыгнуть и понять, будет урон или нет. Был. Хилса. О, зато трубчик нашел. Да, кстати, да. О, я возьму, мне нужна. С подарками. Ой, что здесь такое бегает? О. Надо найти. Иди сюда, маленький мой. Красавчик, о, да. И карт. Колючий. А вот и ящик закрытый. Подожди, я что поднял. Да, не всегда я заметил. Может быть, не этот ключ. Ящика ключ. Ингонить. Сзади уже товарищи. А, телепорторы. Что это за, блин, приблуда на банка, блин, с чем-то? Это портфилд. Ну, это... Кто? Ну, у тебя защитное поле появляется. А, понял. То есть оно как бы ничего не делает, но просто пассивка такая.
Подними эту аптечку. Не могу. Подними. Поднимите аптечку. Поднимите, подними. Резуректис, ради бога. Улучшалка. А ну и собак сутулает. Так, надо турель сбить. Там еще одна. Ой, не еще упала. Так, вот и моя аптечка. Прости, молодой человек. О, теперь здесь улучшалка. Кейкар. Я подобрал кейкар. А можно ящик открыть? А где тут ящик ты ставишь? Сзади, сзади хикс, сзади хикс. Уже два кейкарда и третий вот у тебя. То есть у нас три ключа. Пойду назад гоняю. Ну все, все три вставляем. Где он был, я не помню. Работы бошку снесли уже. Вот здесь. Блин, этот ящик закрыт до сих пор. Я смог какой-то открыть. Видимо, не от этого. Не от этого. Подними эту банку. Подними. Подними ты, подними. Зашмонали. Работает интергалактический ОМОН. Где там апгрейд был? Еще бы то стамина. Вообще интересно, честно говоря. Ауч. Это было больно. Что, куда там? Наверх нам надо, товарищи. Хорошее ружье нарисовано, да, Никит? Что там? Ружье нарисовано. На постере. А, репган. Да, репган. О, прикольно. Смотрите. Ну, кстати, сделаю больше репгана, блядь. Оно даже чем-то напоминает этот Leyland Yutani, да? О, я забрал ключик здесь. О, может быть, мы наконец от того ящика вначале. Давай проверим. Наверх и сразу направо. Ты же можешь открыть, если я взял, правильно? Или как? Да, вроде. Или да. Только я могу. Ты иди. Сюда, да, открылось. Сюда, наверное. Открылось? Отлично. Да. Аптечка. Аму и компоненты. И чё не осталось? Там есть i9 13700 где-нибудь, 13900. Чё? Компоненты там есть где-нибудь? Там чё-то RTX какая-нибудь? Нет, только по частям. Есть 40 и есть 80. Где дверка? Где? Where is the fucking door? Where is the fucking door? А вон там. Ну вот, походу, сюда. А вон туда, да. Через центральный вход. Прикольно тут. Небо за экраном. Куда поперло? 4-7. Шотганом мало пользуюсь.
как-то Бэтган вытащил и побежал. Ну, чё, добежаловка. А чё за значки квадратные слева? Какие? Монстры какие-то, череп. Это, а, это улучшение. Улучшение, которое да, ты взял сейчас, да, на уровень. Всё понял. Ай. И чё, вот этот вот дополнение щит оставлять, да? Оно как работает, я не понимаю, где его ресурс или чё? Вот, кстати, концовочка. Возвращаемся, да. Два полных боезапаса. Он себе два щита закинул, ни хрена себе. Все, мы здесь вроде были уже все. Да, только тут была улучшалка где-то вроде справа чуть-чуть. В самом начале, да. Ну, это же тоже. А, ну оно и есть тут, да? Ну, опять можно да, улучшить. Оно, к сожалению, не переносится. Да, ну, не знаю, может очки какие-то. Ну, не то чтобы сильно много. Ну это же тоже место, да, правильно я понимаю, или нет? Один в один. Угу. Теоретически, просто... да. Надо как-то почему? Попробовать запомнить. Почему? Посмотреть. Почему улучшалки, да, другие вроде как? Ну чё, летим или остаемся? Всё, полетели. Что будет, если я не сяду? Какой интересный вопрос. Перегруз на корабле. Кто это белый такой тут? Собранный рюкзак Арахнида. Слушай, ресурсов мы нормально пока потаскали, да, с этого уровня? Да. 53 механических компонента. Охренеть. А гораниума, блин, мало. Мало, мало. Жал, жал. А, это мы два нашли дополнительных, еще награды три дали. Угу. Пять. Получается, кощеерно. Кощеерно? Ура! Побежали улучшаться. О, я могу новый поставить этот. Вот сюда. Оп. О, внезапно я как-то так. О. Красиво. Дум. А ну. Почему ты можешь? Может, я тоже хочу. Да не, я не в этом плане. Так, кто чё? Подобрал огнемёт? Или кто сессию создал, что ли? Наверное, да. Что-то как-то ты видишь, да. О, вот этого забавника. А вот, да. Блин, не знаю, огнемет делать, не делать. Ты сделал огнемет? Да. Покажи, вот. Как он стреляет на мне. На тебе. А ты любишь? Сейчас покажу. Ты где? Люблю запах жареного. Я вот. Ну как-то. Ну нормально. Нормально, но как-то им поработать. А патронов много? 360. 40 в обойме. Что делать? Гори, гори, ясно, чтобы не погасло. Рейдеры, как будто водой поливаешь. Тоже что ли огнемет сделать? Давай сделаю. Че за меры поддержки? Так. Выскочило. Техносканер. Преобразование нам не надо. Ничего, у нас последний маленький остался.
Я, короче, пойду посижу в кабине, а вы там присоединяйтесь. Ась? Взлом ступень 2, да-да-да. Так, а что у меня по костюму? Я смотрю, тут у них... Рах... Это самая шлюпка на 12 человек, то есть 12 десанта и еще 4 экипажа. Вот что-то никого больше нету. Может, мне биосканер сделать, чтобы еще... А хотя нахер он тут нужен? А тут биосканер, он сканирует... врагов. Да, да, так все ясно. Ну, так, тут ну, я какой-то... собираю себе костюм муравья, так что делаю себе рюкзак муравья. Угу. Ну, а чё, вот и вы. Дергаем на капу? Дергай капу, да. Лучше, дядя, жми на капу. Там... пацаны в центуре. Или что там было? Сдались. Угу. Вместе спичек огнемет. Ах, три феникс. Нам корабль. Еще 4 миссии все равно проходить здесь, на этом да? уровне, я так понял. Да, угу. Вроде нам надо 6 пройти в совокупе, чтобы перейти в следующий сектор. Угу. Так что мы выкачаем все дерьмо из этого сектора. Нормально огнемет. Жаль, здесь улучшалка. Жжет, да. Что поражено? Так. О, здесь какой-то зараженный. Арах... Нет, не арахнит. Ратуй. Мощно, мощно. Да. Все, задача выполнена, выходим. Все, полетели. Вот и корабль, полетели. Так, а где улучшалка была? Была улучшалка внизу? Да, внизу справа. Ну, налево, если выйти из корабля. Налево, да? Налево и направо. Справа, слева, да? Да. Слева корабля, но направо. Налево, значит. А, подожди, если выйти из корабля... Так, господи, давайте я это помечу ее там как-то. Где-то там, короче. А, понял, то есть выходишь с корабля... А! Если мы же сзади выходим... В корабле она, в корабле. Чёрт её знает. На третьем уровне здоровье около 250, по-моему, 220 становится. Это три раза подряд улучшаешь здоровье. Так, пошлите. Уже квартирный дом. Блин. Форт Бадуа. Ну? Чё? Тест-драйв. Ну и чё, как? Огнемёт. Неплохо. Забавно. Ну просто на таких мобах точно понятно сколько. У меня собаку выпилило моментально. Да. А, вы вдвоём сделали огнемёт? Да, я тоже с огнемёт. Понял. Отлично. Что, кому что налить? Можно мне, пожалуйста, латте? Можно мне, пожалуйста, помочь? Тут ирландский бар. Все, я умер. Ко мне пришел ирландец. Эй, еще ирландец. Я паучка выпустил, он его не убил. Я умер. Зажигательная вечеринка. А
скауте. Так, здесь куча аптечек, если что, подбирай сразу. А я их себе, видимо, и выбросил. Ой, тебя сзади целует какой-то приятель. Ну что-то дробовик, не знаю, но видать моп этот был огромный, да? Получается. Да. Ну вот этот шашлычник, да. У тебя не дробовик, у тебя ружье. А, это не дробовик? Господи, я понял теперь. Ясно, ясно. Заебись, блядь. Здоровье. Аптечка сразу. Пойду пока робота. Найден ружье. Вот теперь у тебя дробовик есть, походу, да? Так вроде тоже ружье было написано. Не винтовка. Странно. Ружо. Сейчас. Бэтган. Здрасте. Какое говно это оружие? Это снайперская винтовка, что какая-то, блядь, получается. Да. Она вообще ни о чем. Наверное, надо бы часто забываешь про свои дополнения на плече, да? Угу. Да. Я вообще не понимаю. А, вот, теперь понимаю. Как жуки в колпаке, да? Ау, бля, там ухо мяс сожрали. Она тебя подкинула. Блин, я аптечку подобрал, извини. Я думал, вот от компании. Нормально, нам сюда. Кстати, патроны. О, ёб твою мать, да. Опять 25. Открывай, сука, дверь. Эти патроны уже закончились. Херня какая-то. Чё я, блядь, собрал? Жо, блядь. А здесь это весело. О, я вижу робота. Так, нашел какую-то херню. Ну, говна кусок засосало, а. А, блин, задохнет. А, не ты, не ты, не ты. Ой, ёб твой, как что это ты прям под мой выстрел из одиночного ружья последнего патрона попал? У меня 30 секунд. Friendly fire, да? Так, я жму F, смириться со смертью. Не-не-не. Зачем? Падла такая. Никит, Никит, осторожно там. У моба остался одна шкала, и он меня убил. О, да. Я вообще, кстати, не понял, он что, стреляется или что он там делает? Он мины стреляет. А, понял. Это... Ему присосался этот пир. А. Пет, и он... Пет, блядь. Петсовет, блядь. Так, там у нас. А вот улучшалка. Там это. Yeah. Что там такое? Оп.
Так, здесь куча патронов, кому надо. Вот здесь. Надо. И вот еще патроны лежат. И улучшалку не забудьте, вот она прям рядом с патронами. А, нет. У, робот. Да уж, улучшалки тут такие, конечно, фантастические. Фифило, 42 патрона, что ли? Да уж, веселое ружье. Меня кто-то убил. Помнит? А, турель. Под турель, я под турель лежу, осторожно. Ну, справа в углу там турель. Спасибо. Брось части. Иди подлечись. Полное здоровье, отлично. Полное? Да, подобрал. А, подобрал. Так, теперь нам надо... Что там за... Хрень такая... Светится. Это, кстати, что за монстр лежит? Это инженер, что ли, типа, подобие? Без понятия. Ну, видать, да. Задача выполнена. Стрельните в него. Ой. Это у нас такое. Ой, припасы лежат. Если кому нужны. Не-не. Так, дверка вон вверх туда. Ух, блять, вот это сюрприз. Зашел в комнатку, понимаешь, а там монстр. Убил? Да нет, вот убиваю. Я же два, блядь. Вообще весело. Да уж, блядь. Красота. Вы их отмечаете через тэшечку? Или что там у нас по дефолту? Можно было... Да, а то тут такой туманчик, типа, и... Издалека не так хорошо видно. Это что у нас за... Нечто? Это инженер. Он у мамы инженер, да. Эрис 5. Ирис. No more than. We are fading. Все, пошли в операционную. Kill, 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 kill. Head is... Нет, не понятно. Что с тобой? А я там читал, что на полу написано. Выглядело странно, блядь. Как будто... Ты бот, блядь. Так, назад. Ну что там ваш огнемет? Отлично. Хороший. Хватает. Так, сейчас телепортируется. Здоровье большое. Фикс. Иду. Спасибо. Да, обращайтесь. О, робот. Робот, 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 я люблю тебя. Любовь, смерть и роботы. А,
Я теряю бошку. Так, улучшение. Нашел что-то там, да? Enter code 333-222 to win a robot. Girl or boy only at Fantasy Flash. Personal data. То есть я нашел дневник, который мы сможем почитать, если я уйду. Там, на корабле, получается. Ай, блядь, да, что ты прыгнул-то? О, у меня тут спасало. Ох ты ж, блядь, с одного раза. Меня убило, если с одного раза вот этот телепортировал руку. Да, вижу, вижу. Ну, тут как раз рядом полное здоровье лежит. Кстати, да. Перейдемся. Это? Да, я пытался так помешать, выбрать апгрейд. Так, я нажал, да. Чего-то там. О, самое лечение. Че вы тут занимаетесь? Так, иди, что говоришь. Самолечение, да? Иди сюда, маленький. Хилцу видели? Есть немножко. Есть. Вот так, вот так. Ой-ой. Наверх. Херово, что он мне перезаряжает ружье после того, как убрал пистолет-пулемет. Ну, доп. Оружие, да? Потом ты про это забываешь, берешь, блядь, на перезарядку идешь. От жизни. Да. Я так и думал, что, блядь, это произойдет сейчас. Робот? Внезапно, да? Еще робот. Нужно больше робота. Механ компонент. Какой механ? Механический компонент дали. А, миха компаньон, я думаю. Бегите. Доктор Пол подхватил заразу. Ну что там? Тут всего 5 этих. На втором этаже что-то есть. 2 трупа. 3 ящика. И улучшалка. Тебя? Не, вообще всего на этаже. Так. Один ящик есть. Идите. Остался еще один ящик. Паучки сраные. Гори! Ауч. Падла. Прости. Это я не тебе. О, какой свет. Нежный бархатный свет. Ну давай, к бочечке поближе подходи.
одной бочкой за здоровяк. Черт, имеет. С одного удара просто вообще. Фул хп снес. И последний. Вас там... У нас там веселуха не ходит близко. Да, бежит подальше от этого. Это прыщавый. Жмем F, да? Смириться со смертью. Возрождение используйте и все, что вы. Конец миссии. Интересно. А вдруг оттуда джиги? Пешки дадут. Так, три ящика подобрали, два трупа еще надо где-то найти, перевернуть. А, да что я парюсь? А, ну да. Это все вроде как. Так, два трупа. Один вот лежит, один там. Ну давай, а я уже не могу. Вот этого можно перевернуть товарища. Конечно, видно, как я там стреляю по стеклу в корабле. Да. Ух ты, нихера себе, вот тебе стекло, блядь. Ну, как и дверь, да? Коллизия тут так себе. Пробивает? Я не то нажал, ребят, не сдавал. Улетаем. Ну, пока. Я с тобой не полечу. Блин. Член команды умер, прикинь, да, вообще по приколу. А это так? Найдите станцию возрождения. Ну все, узнали. Спасибо. Лайк, подписка. И сегодня мы попытаемся полетать вне шаттла. Вне шаттла. О, я получил ачивочку Firestarter, да. Так, а у тебя собрано все то же самое? 40, 24, 56, 43, 6? А, у меня нет. У меня 41, 23, 56, 43. У меня просто лонган, арахнит бэкпэк собрано и реворды. Непосредственно реворды. А все, что нужно, это все ваши. Ладно, нормально. Типа ты погиб. Не перенеслось, да? Да-да-да. Такой... Жаль. Обязательно вот, типа... программу получаешь, а не обязательно, ну извини, чувак, надо было выживать. Прикольно, ну неправильно как-то. Неправильно убивать людей, да? Так, нам еще три миссии надо пройти в этом секторе. Да? Что так много? Нормально. Дробовик МК-2. Пистолет, пулемет, пистолет. Так, вы тут? Мы тут, а ты тут. Я выбрал миссию с дробовиком МК-2. Так, где ты ходишь? Что там выбрал? Миссия с дробовиком. О, прикольно, да, согласен. Да, батон. Так, повышение урона пистон. Команды. Да, хорошо. Мне нравится. Мне нравится твой выбор. Так, сейчас это... 2 минуты перерыв, ладно? Давайте. Мне надо зарядку воткнуть. Угу. А то у меня сейчас вебкам кончится. Давайте. О, опять стекло, опять человек. Ура. Привет. А я живой. А я ничего не делаю. Эксперимент по путешествию вне капсулы признан успешным. Вдруг там твой лут остался наверху, просто надо было собрать. Не, видимо, разметал космическим ветром. Не. Ну это только коллизия именно с ручным оружием работает. Может еще огнемет так тоже пашет. О, смотри. А ты тут. И как залез сюда? Как, не знаю, как. Через молекулу стекла. Как чувак из экипажа.
Ты там не обмерз? Не, я ж в костюме. Ну расскажи, чем пахнет свежий вакуум? О, апгрейдный. Морозом пахнет. Свежо, да? Свежесть. Ага. Тает, чистота, чисто тает. Найдем костюм. Дублирующий. Подожди, сейчас. Что тут есть вообще? А, вот труп. И внизу что-то. Внизу еще труп. Да, я как раз у него. Прочекал, да? Да, люблю труп. Чекать. Успел. Да? Скочил прям. Так, шубу забрал. Рельку уничтожаю. Так, похоже на здорового монстра из ролика, да? Откуда? Ну, из ролика. Про игру. Так, что там происходит? А, кстати, да-да-да. В трейлере там был огромный. Ну, видимо, это потом будет. Вот, под конец сектора какого-то. Ух ты ж, падла такая, так, интересно. Я так понял, что там есть мод какой-то взламывать технику третьего уровня. Наверное, робота можно взломать. Их ты ж, падла. И он это, будет короче, знаешь, на твоей стороне, пробовал. Да? Это ты, да? Когда монстр, короче, с прицепом, так сказать, ты на него скидываешь свою детку, и он за тебя становится на какое-то время. Или же ты можешь, когда у тебя какой-то модуль отцеплен, ты можешь бегающие вот эти тоже модули под себя программировать, и они бегают за тебя потом. Так, рубанул, забрал. Смотри, только это патроны быстро кончаются. Здесь еще одна улучшалка брали. Да. О, нет, я не заметил. Я еще ничего не видел. А вот, блин, там ящик. Видишь? Вижу. Собака, а? А почему мне не берется улучшение? А вот, допрыгался. А ему электричество по барабану, да? Да нет, вроде как. Точно не... Но это не точно. Вот поддержка, чертеж. Да, походу чердеж. Чердеж, блядь. Чердеж. Пушка бегает на плечные. Угу. У меня тут жопа на этих самых, на ножках. Ну такой уровень, короче, с массами.
отлично. Внизу кто-то здоровый очень. В голове сразу, да? Восстанавливает здоровье игрока после атаки. Прикольно. Надо да, затестить здоровье. Хватает. Так, 78. А еще? Рок-н-стоун фармит. Да, смотрите, было у меня 78 здоровья, запустил малышку, стало 93. Восстановилось после улучшения. Прикольно. Спасибо. Соточка. Упс. Это ж не я продал. Вниз. Так, что-то у нас такое. О, трупик. Давайте посмотрим, что у нас. Всей группы. А я могу тебя? Да. Я тебя запутал. Зараза, а? Патроны, да? Блин, у меня что, уши похудели? Почему мне наушники стали выпадать? Ай, блин. Дырки не разработались. Что? 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 О, смотри, у тебя что-то получилось. Но сейчас ты получил что-то? Дублирующий образец был. Да, я да, какой-то... Дублирующий образец. Да, дублирующий образец. Наверное, это ружье, как раз, которое мне нужно. Длинноствольное. Так, что ты здесь такое? А, вы уже посмотрели же. Раскоп, правда? Правда? Это, кстати, такой же, как мы, только зараженный. Угу. Не хватает, знаешь, здесь жесткий волн прям. То ли это просто из-за сложности. Не знаю, в прошлый раз здесь было жестко. Ну, не то, что тут дред телепортировался, я умирал, и все. Ну, в такой же локации, похоже. Нет, тут получается ага. Такой момент, что. Тут они очень быстро тебя выносят, но тут выглядит странно, потому что, знаешь, если ты их держишь на расстоянии, то все нормально. А когда они начинают мочить, то где-то какой-то такой физичности урона. То есть это вот что смущает. То есть тебя как бы ударяют, вроде какой-то есть эффект, но нет такого ощущения, что тебя ударили. Просто, знаешь, да. Раз и все сильные, и такая, а чё у тебя произошло? Да, габариты машины не чувствуешь. Ну типа того, вот, вот. То есть им над этим еще нужно подработать. Так, чё там у нас дальше? Наверх надо. Нет, не наверх. Да. Я хочу включить этот насос. А вот здесь, за мной. Угу, вижу. Сюда, да. Оки Мордор. Evil rules everything. Ай. Вот что ж. Собака, а?
разорвали. Да, мне кажется, эти мины тоже какие-то не очень грамотные. Как аптечка дрет. Пошел ты в жопу, чемодан. Не аптечка, мне патроны надо. Блин, классный навык лечения. Да-да-да, прикольная штука. Но главное, чтобы он до конца закончил этот процесс, так скажем. О. Иначе не дадут ничего. Рельса неплохая, так и на самом деле штука. Как тебе, Хикс? Что говоришь? Рельсы, говорю, неплохая штука. Как тебе? Да, да. Особенно, когда стоим друг напротив дружки и стреляем на вылет. Прекрасно. Так, здесь какая-то дверь. Тоже можно открыть. Блин, я не хочу использовать повторно. Хотя нет, можно. Это не тот навык. Я просто тогда подобрал навык, что малышка атакует две цели подряд. Попал в такую ситуацию, то что она прыгнула на следующего, а у меня патроны во вторичке закончились. Mm-hmm. Yeah. Я стоял просто и умер. О, раз на раз не приходится. Да. Че, пойдем дальше? Пойдемте в морг. А чё здесь за дверь тогда? Надеюсь, мне там... А, всё, понятно. Сорян. Заперто было. Вы идёте там, не? Да, как-то повторяются все уровни, да? Ну, да, это же из одних и тех же. Mm-hmm. Понятно, делается. Ну, просто мы несколько кораблей за раз прошли, и они такие одинакового толка. Вот. А в Gunfire Reborn та же схема, когда там... используются такие вот тематические уровни, ну то есть под уровни, из которых вставляется рандомный уровень. Вот там просто спасает, например, то, что они вот эти тематические под уровни используют только в рамках одного одной тематики, скажем так. Если вот четко понятно, что вот сейчас будет, например, пустынный уровень, и там, собственно, все, что касается пустыни, там. И тогда это выглядит более-менее, ну, органично. Тут, в принципе, да, похожая схема. Ну, просто мы несколько кораблей уже прошли. Но мы видели разного. Нет. Ну да. Мы видели некоторое дерьмо, да? Вот, кстати, улучшалка. Пачок, ящичек и все. Где-то сверху там. Что это за жопа бегает? Ушами.
куда? Наверх куда? Я помню еще, знаешь, в этом... меня звали, там где этот Луван. Shadow Warrior. Mm-hmm. Вот. Там. Shadow Warrior, правильно? Игра? Ну, да, есть такая игра. Ну, я вот, прошел две части, обалденная. Ну, там штука. Поляки переделывали это, вот, этот Shadow Warrior. Первая, вторая. Во второй части они как раз делали вот такой вот... тоже... рандомайзер уровней. И там гораздо хуже все сочеталось. То есть в определенных моментах там явно было видно, где край карты. И как оно все довольно некузяло соединяется. То есть я могу сказать, что в общем-то... конечно, там более такие открытые уровни были. Такого open space. А здесь такого закрытого коридорного типа. В этом Lethal Company. Или тут вот. Но, тем не менее, я хочу сказать, что оно, ну, не знаю, какого-то мастерства, какое-то понятие качества, как это должно выглядеть, разработчики все-таки достигли. То есть это... ну, то есть мы понимаем, что мы проходим по тем же самым подуровням, скажем так. Но это не видно, что где эти швы. По крайней мере, я, да. Я не замечаю, как бы прикольно. Наверное. Да. Вот ты, кстати, там нашел выход, да? Нет. Рочек. Здесь вроде все, мы все облутали, обшмонали. Как сюда попал? Вниз, да? Перезаряжаемся. Доп оружием. Звук как из StarCraft 2 прям. Так, турелька справа. Классно, правая кнопка турелька, да? Ружье это увеличивает. Я, блядь, я, по-моему, не могу нанести урон. Рано. Далеко, видимо. Блин, я по тебе попал, да? Извини, если по тебе. Тебе разговаривать. Тобой. Ух ты, кто же меня убил-то? Ух ты. А, возле меня это телепортировался, хера. Тень, блин. Вот же подстава. Хоть бы сделали какой-то предтелепортный эффект. Звук, или наверное. Звук. Даже не ну. Телепортный эффект, а звук. Блин. Ну я говорю, звук или звук, блин. Я сейчас упал, я Никита тоже. Ух ты, я возрождаюсь. Я возрождаюсь. Я в удачной позиции, как бы так давай. Скажем. Давай, наверное. Давай, иди. Да вы с ума сошли что-то? Че, издеваетесь, да? О, еще какая-то психушка. Че, угораете? Какая психушка? На тебя трое телепортирующихся идут. У меня патроны кончились. Так, я возрождаюсь. Давай, ладно. Бегу дреда поднимать. Ой-ой-ой. 10, 9, 8, 8, 8 прыгнул. 7, 6. Я тебя сейчас буду защищать. 4, 3, 3 2, 3, 1. 3. Ох ты, и я упал теперь. И я упал. Все, я уже не восстановлюсь. Давай, ну ничего, тут никого не осталось практически. Дохну, тварь. Бля. На то... Опа-на. У тебя последний жетон, так что ты поднимайся. О, Данон, блять, что это? О, жетон. Ты всегда думаешь о нас. Спасительный жетон. Да.
Спасибо. Спасибо, да. Спасибо. Спасибо, не булькай, да? Вы там не... Да, ладно. Чего? Не-не-не, мы просто... Ты нас восстанавливал, мы пошли сразу восстанавливать мертвых трупов. I speak to the dead people, да? Ну, I see. Эксканд, а, точно, да. О, нашел. Так. Мурик лежит. Генератор какой-то. Тут рука бегает. Отдыхай. Еще одна рука бегает. Что это у нас такое за мясо? Ну. Какое мясо, Олег, да? Жена собака жизни, точка нет. О, кстати, можно проверить, как работает щит, встав на электричество. Дамага нет, но щит уходит. Упс. Пиздец. Почему-то сейчас это не сработало. Видимо, забирает где-то 0,4, так скажем, от целой единицы здоровья, одно попадание на электричество. Можно, короче, знаешь, что сделать? Так, о, а вы забрали жетон самоспасения? Здесь можно забрать жетон самоспасения. Где? Вот в этой Resurrection Station. В левую часть подходишь, я такой, оп, жетон самоспасения, один. А вот здесь я подошел, я нажал. А вот никто не... А, здесь все. Короче, по одному дают, да, видимо? Алло. Да. Сейчас, ребят, у меня батарейки сели. О. Угу. А, только слышим, один слышим. Сел. Только один сел. Да, я тоже так иногда страдаю. Ставлю один на зарядку, второй душу. Да, как бы, да, это... Наушники. Ну ладно, моно поиграет, тоже интересно. Так, все, вы там все ждете, наверное, да? Там? Да, мы тебя уже ждем. Уже все. Да, да, видим. Ой. Ни хера себе, от чего он так умер? Ты бочку взорвал хоть что ли? Видимо. Поднимите трех выпало. Ух ты, подожди, кто мне пиздит? Не понял. Это рука, она. Она всегда, а, она может быть. Да ладно, вот так вот. А я, да, думал, ты, если любит, мимо нее проходишь, она тебя так. Я же говорю, типа... как кошка. Ты идешь, это просто так, а давай-ка тебе цапну. Ой, как вовремя еще повышенный урон максимального здоровья с восстановлением, это, наверное, вообще будет классно, да? Да, пойду тоже возьму. 150, 150. Еще по 150. А, так конец уровня, господи. Дред, давай на стекло, поехали. Давай ты сегодня. Ну что, полетели? Сегодня погода поддувает. Ну хотя я щитом, может быть, проканул. Я в твою руку заглянул. В мою? В это, да. Я думаю, ты что за... Что за где я... Это как в третьем Терминаторе. Talk to the hand. Свистни в хуй. Не помню такого. Это вот Терминатор 3, день подводника. Смешной перевод.
Ну, где наш шотган? Так. К2. 5 гораниумов. Интересно. Один гораниум. А, ну 5 в общем, да. Да. Угу. Повышение. Вот тебе сейчас и откроется сразу этот самый дробовик МК-2. Mm-hmm. Mm-hmm. Ну, а у вас МК-1, правильно, да? О, да. Правда, апгрейд. 228. А, знаете, что написано? Дробовик МК-2, необходим дробовик. В общем... А он такой же, у него просто урон побольше, да? Ах, ну, ты общем... ж, сука, оно наоборот переворачивает. То есть я думал, тут за один алой компонент можно получить, ну, собственно, нужные я ресурсы, понял, да? А тут все наоборот. Ёкарный бабай. Черт побери. 12 гораниума, да я даже не знаю, нужно дробовик или нет, а? Ну, вы посмотрите, сколько предыдущий урон это дает. Ну, у меня вроде как есть, у меня... Ну, в любом случае, это апгрейд. Предыдущий урон дает 240, а МК-2 288. 12 гораний, у меня аж всего 23. Я хотел еще в рулетку покрутить. Кстати, ты можешь покрутить рулетку, тебе может выпасть что-нибудь оттуда. Паша, у тебя сейчас, кстати, есть, ну, есть это как его... резон покрутить пару раз. Разработчик. Ну, я пошел. Там каждую крутку увеличивает ставку в 2 раза, имею в виду. Дупликет, сука. А, подожди, за гораниум эти страны, что ли? Да. Ёбаный по голове. По-моему, минус 5 у меня было. Нет. Знаете что, лотереи эти все вот эти разводиловки не мое. А ты как ты меня подвел, а? Побежали, побежали. Настоящий блогер, блин. Блин. Я не знаю, крутить, не крутить рулетку. Я круто, у меня все там определенные. С каждым разом все больше и больше. Настоящий наркомания. Есть пассивный, да, здесь навык. Емкость магазина ступень 1 повышает объем. Ставка, он пойду тоже крутану. Че я? Белый, что ли? Че эта тварь крутится? Разблокирован чертеж костюма. Перчатки космонавт. Прикольно. Значит, еще костюм космонавта есть. Прикольно, повезло. Халява. Че там, сколько нам еще надо? Еще 2 миссии пройти. Ну давай, что мы ждем? Запор. Пистолет. Атака малышки степень 3. Сапоги оса. Давай поменьше, который. Ой. Надо сайз выбрать самый маленький, да? Да, 4-5 вот как раз. Два гораниума. Ну да, я тоже думаю. Полетели. Ладно, до свидания. Давай. Бывайте, Диандра. Ну что, убить тебя? Берись там, ладно, пока мы летаем. Восстание атлантов. Интересно, в одного играть столько же мобов?
Да, по-моему, да. По-моему, больше их не стало. От того, что нас стало трое. Меньше. Все, полетели? Да. Куда побежал, а? Маленький засранец. Там сюда. Man down. Че, реально? Да. Main electricity. Поверил себе. Electricity shock, да? Ауч, кто это? Ну, ты где спряталась? Тебе здоровье не нужно? Нужно. Че ищете? А я подбирал. Малышку подбирал себе. Бэйби. Тут, блин, роботы эти с пауками или какие-то. Короче, мобы самые простые на электричестве помирают полностью, да? Я просто задал вопрос, типа, мрут они, нет. Да, сюда мрут. Идите. Я думал, он не помирает. Прогрейдились? Я вроде да. Я нет. А где эта хреновина? Ой, бля. Все, нашел. Так, что-то я прыгнул сильно. Борзо. Открывай. Подними стакан. Запили мне дверь. Дверь мне сделал. О, прикольно. Не помню корабля. Да, что-то новенькое. Да. Прикольно. Классно, когда игра продолжает удивлять. Удивлять, да. Ай, ход с нуля. Да будет свет. Здоровье полное, там возьмешь, да? Где? А вот, вижу, да. Еще раз спасибо. Тихо-тихо, Роберт. Да. Ну, сначала идем вниз, потом пойдем вверх. Вот интересно, ну, мне в этой игре вот конкретно не хватает. Ага. Интересно, до какого? И у нас... до какой границы здесь вот этот рандомайзер работает? Окей, а что тебе не хватает? Мне не хватает в этой игре работы с коллизией. А-а-а. Потому что я любитель полазить где-нибудь кей-карт.
Надеюсь, это не от того ящика. Да, это от того ящика сверху. Твою ж мать. Ну, я пошел на наверх полез. Ну попробуй, ладно. Чё-то. Нет, это не от него. Это от него, вон сверху загорелось. О, господи, что это сейчас? Короче, я люблю же полазить, знаешь, где-то залезть, зацепиться и прочее. Как мне наверх попасть-то теперь? Да забей. Через контейнер. Ой. Прикольно. Неужели тут был расчет на то, что... Это терминал. Call the elevator. Понятно, значит, сейчас на элеватор. Это новая игра? Microsoft. Call of Elevator. Я позвал. И сейчас Рипли приедет. Что-то вы как-то подозрительно выглядите. Чушпан. Так, это что, вниз? Там внизу варп. Так, никого не придавит сейчас. Активность на уровне. Так, здесь еще. Тебе рука убила, блядь, по ходу дела. Да. Подошла прям сзади такая. Так, Роберт один какой-то, ну, моб. Блин, ну как мне наверх попасть, а? Я хочу забрать ящик. Да забей. Вон. Как? Забери ящик со здоровьем. Никак не попадешь. С лифта, может, можно будет потом. Мне кажется, лифт сейчас вниз уедет. Я пока не вижу варианта. И ящик со здоровьем. Ну, через контейнер. Хрен запрыгнешь. Ладно, поехали играть. Может в новую быть игру. Здесь как-то можно. Да ёб. Вот ящик здоровья. Не, походу никак. Походу здесь игра нас переиграла. Должен был кто-то остаться, видимо, да? Наверное. Прям вот так вот. А все-таки наверх поехали. Ну, двери закрыли, чтобы ты не прыгнул. За ящиком ты. Да-да-да. Мало ли. А тут и вверх, и вниз кнопка есть. Может быть, можно указать направление? Не-не, нельзя. Нет, тут батон. Это было бы интересно. Куда нам, блин? Где мой ящик? Где ящик? Где детонатор? Говори, где он? Где детонатор? Две аптеки. Я пошел искать ящик. О, апгрейд. Так, тэч-скан, давай сюда. А, вот он, ящик, я понял. Так где этот гребаный ящик, а? А вот он. Помочь? Не-не, все, подошел к нему. Ну, что у нас за лут здесь выпадет? Очищенное дерьмо, очищенный сплав, электронный компонент, очищенный сплав и полный запас боеприпасов. Патроны нужны кому-то? А, ну вы сюда не пойдете. Ты так бодро начал, типа, очищенное дерьмо, очищенный понос. Ну и прочие веселые вещи. Так, мы здесь же были, какого хера?
Так вот, можно же было наверх подняться нормально. Нет? Или мне кажется? На лифте? Да, а теперь как подняться? А вот здесь так, опять же, вызывающих. А ты вызвал же? Да, вторая часть Call of Lift, да. А я на лифте катаюсь сверху. Ну, я же тебе говорил, это вот так оно и должно быть. Ой. Двери, да застрял, да? Я чуть не упал, ну. Слушай, так меня же сейчас раздавит. Ну, это же бета, мы должны проверить. И метаха было лишним. Пока бегаешь, да? Ну как? Выйти есть куда? Да, можно было, но я просто решил проверить. Ну и как? Не выйду. А, во, я пролез. Тихо-тихо. Можно еще раз нажать. Новое движение, путь самовыражения, молодежное движение. А ты говорил, что коллизия плохо, да? Да. Там сюда. Все-таки. Не, подожди, а куда? Что показывает? Ну, я не понимаю, куда нам, зачем нам сюда. Нет, отсюда мы пришли. Это да. Мы, по-моему, по кругу ходим. А, слева. Вон, да. Что это? Куда? Эти дешевые скримеры, да? Не говори, что там мне ящик нужен был? Улучшалка. Вот сюда, да. Так, я здесь уже был. Та же фигня. Я нет. Я же за ящиком бегал. Кто тут чё жмёт? Круто. Зафаршмачило. О, открытый ящик. Кто-то подобрал кейкар. Куча аптечек и боеприпасов. У меня все есть. Так, где-то там электричество. Ай, блин. О, большой дядька. Ух ты, я умер. Никита, осторожно. Это я тебя подстрелил. Там и тут тюрель еще вдобавку. Да-да. А, наверное, в другую сторону. Если что, а, возрождаться все, нет. Ну, понимаете. Да-да, все, блин, мне еще 40 секунд. Ой. Вдвоем поднялись. Ты ё-то, он выглянул, чтобы сорвался снаряд. Опа. Я все. Ай, бля. Вы все, да? Да. Да. Пусть он идет подальше, пока к дреду, и ты как раз успеешь подумать. А, ты уже пришел. Сзади тебя кто-то. Блять. Вот вам. План. Я хоть посмотрю на эту надпись. Вы умереть. Угу. Малышка, турель, ступень 2. Блин. Уже хочется в следующий сектор попасть. Смотреть, что там, да? Ну. А, что-то я уже устал. Подустал немножко. Тебе и Call of Lift, блин. Ага. Два. А, надо выбрать миссию теперь. Сайз 6, сайз 5, 8, 7, 6. Значит, 5. О, корабль. Угу. Я буду на двери ставить, посмотрим, поставить меня, нет. Упс. Так, я с вами. Ну, сейчас вернусь. DVD кам рип. Рип ут. Перевозило множество ценных материалов.
Так, это станция, да? А она что, не работает? А, нет, это не станция самоспасения, тут жетон не возьмешь. А вы тут уже веселитесь, да? Да, мы тут особо ничего еще не делали. Апгрейд нашли? Нашли. Да, вот. Па-па-пам. Больше здесь ничего нет. Ну ладно, пускай будет. Точно. Так, что ж там у нас произошло-то? Я уж забыл. Там выпал. Оставьте груз на точку выброса. Угу. А, да. И я принял неверное решение сначала поднять кого-то. Надо было отбиваться. Осторожно, за углом. Быстрому и сразу же выиграл. RevMed Industries New Color 2000 миллиметров Сирис. А я это в нокаут ушел. Эй. Спасибо. Да, вращайте. August 100 years warranty. Блин, телепорт. Ну, походу мы где-то на грани того, что предлагает ПЗ-версия, поскольку очень много дубликатов. Да. Либо на, в следующих секторах что-то поменяется, да? Угу. Нам ведь в предыдущих секторах, по-моему, не предлагали дробовики и огнеметы. Вроде нет, не помню. Новый тип миссии, где нужно сопроводить. Сзади. Ой. В общем, я сопровождаю. Я сел на гроб и еду. Чё такие злые, а? А тут, кстати, улучшалка. Там, да.
прикольный телепорт, блин. Чпык, чпык. Да. Телепорт прикольная штука. Главное не телепортнуться куда не надо. Боеприпасов. Тут жара снизу, имейте в виду, началась какая-то. Да. Я в нокдауне, в нокауте. В нокдауне. Да, у меня тоже патронов нету. Тут большая дура. Спасибо. Сзади. Нихрена тут сколько бегает мелочи, а? Это моё. Твоё, говоришь? Я улучшалку не взял, да, получается, наверное. Получается. Так, мы один груз не доставили. Мысленно. Два груза доставили. Да? А, все понял. Рифмет. Слушай, а тут как-то нельзя было вид от третьего лица включать? На таб точно можно посмотреть. А, на таб, да, точно. Ну это не то, чтобы вид от третьего лица, это скорее бонус. Что-то уже не работает здесь капли, которые на голову падали. А нет, работает. Самое главное, да? Ну вот, разраб. Да я понял, я за ней пошел, но нам сюда и надо, да. Как бы, что ли. Печка нужна? Да я уже наверху. Печь? Не-не, ну давай я возьму, ладно. Бери. Больше патроны нужны, чем аптечка. Их нет вообще. Ух ты, что это? Что происходит, блядь? Что сейчас было? А, пушка, что, блядь, загрелась, нихрена себе. Прикольно. Я такого еще не встречал. Ну. Патроны до свидания, сказали все. Меня засосало. Опасная трясина. Да. Мне 5 патронов. Мне 2. И 40 на пистолет.
Ну там под... А, нет, патроны. О, боеприпасы нашел. О, кто-то. Шайзер. Блин, нахер я взял. Доберитесь до шаттла. Значит, мы на выход туда идем. Я так понимаю, нам еще одну комнату, и потом за ней, наверное, будет. Шутер. Две цели. Избавьтесь от врагов. Шаттл. Ни хрена ты встал. Ой. Пошла веселуха хоть какая-то, да, такая? А? И это все? Время зарядка костюма, легендарное улучшение. Жаль, протестировать уже не удастся. Ну, ударь меня. Да вроде все открыли. Ты взял, да? Да. Разрыв. Фаза двери. Чего? Мы тут. Я понял, не, два шкафа за дверью выйду. Ой, извини, я что-то подумал, что это враг меня бьет. Да, мне показалось, что Пэт на тебя напал. Во. И. Это что за подстава? Сейчас улетели без меня. С этой, как ее, с черной дырой. Чернодыры. Удерживайте от маус батон 2, чтобы найти цели. Ага. А, это... Процедура декомпрессии завершена. Можете отстегнуть ремни. Процедура декомпрессиона эста комплита. Вон, Кирс, да ты просто там монстр. Сколько ты порвал, я там просто наблюдал. Баянов. Что значит рип-аутс? Это убийство... Нет? I-03. Ну, наверное, большие монстры какие-то. Или что такое, не знаю. Наверное. Что тут еще осталось? Ружье. Подожди, а что за ружье? Где ружье? Да-да. Пистол. Васп. Броня оса. А, ну лонган. Это длинное ружье. Это, да? Это то, что... Рельсы, что ли, обычные? Да. Но она же у нас типа есть? Ну, у меня есть. У тебя? Ну да. Да, получается, может, вот эту миссию? С
она и покороче, типа. Ну, мне можно все, что касается осиного тела. Ты осу собираешь? Ну, не то чтобы я собираю, у меня ее просто нет. А я буду собирать костюм космонавта. Таких не беру космонавтов. Таких не беру космонавтов. 30. Все, отлично, пошли. Согласен. Я согласна. Я возьму перчатки космонавта, себе сделаю. О, теперь у меня понтовые перчатки. Ускорение перезарядки, ускорение дополнительного оружия. Прикольно. Ну чё, последние миссии? Здесь, да. Что я, чё-то я уже в полузакрытом состоянии. Стресс. Восстание атлантов. Атланты что-то были, это походу у них название из двух слов состоит и как оно сочетается. Все, полетели. Шалку мы здесь не нашли, она здесь по-любому есть. Да вроде не было. Как ни странно, не было. Нету, действительно. Странно. Программируй. Я что, тебе GTA-шку, что ли? Я думал, ты сейчас этот формат C. Мунс, Титан. Не сегодня. Сегодня мы делаем CD репауты. О, опять эти панели. Ахайски. Да будет свет. Мы были на этом корабле, да? Это опять лифт. Это другое, по-моему. Улучшалка.
Так, патроны, если кому нужны. Отлично. Ой, там вот улучшалка была. Я сейчас, блин, все просплю. Реально уже глаза закрываются. Тут можно спуститься сразу. Я угу. Сейчас вниз уже вызвал его. Подожди, не беги. Подними эту банку. Блядь. Спасибо. Проверка лифта, блядь. Хулиган на лифтах катается. В лифтах не писать. И не срать. Ой, а он. Ладно, проверю, может ли убить лифтом. Не убила. Вытолкнула. Ну что, мы остались один на один. Ну что, кто поднимет эту банку? Вот такое видел? В минус за что? Засосало в опасную трясину. Ой, блядь, тюрельки мне турелька, не хватало. Турелька. Да я уже понял. Почему? Мне еще 25 секунд. Так, мне 23 секунды, поднимаюсь. 15. Там тюрель сразу, тюрель, уходи. Тюрель. Там стрельну в один раз. Сзади тебя, сзади 10, тебя, сзади 9, тебя. 7, 6, 5. 4, 3, 2, 4. Спасибо. Кто-то упал еще там. Бля, мина. Ай, блять, мина. Тогда что, используй жетон, сейчас это самое, а то ты откиснешь. Я? Разработчик. Не, разработчик. Да, тут рядом еще этот.
какой-то крупненький. Средний. Ты встаешь? А, ты не встал. Ну все, тогда ты поднимай жетон. Все, поднимаю. Поднимаю жетон. А что, все? Потеряли? Да, видимо. Было забавно. Ай, блядь, сзади подошел. Вынул, пошел. У тебя тоже сзади, там два монстра. Монстра два, один мину кидает. Да, они оба мину кидают. Ну молодцы, конечно, они сами себя засосали. Он еще живой. А ёб твою мать. А нет, нормально, смотри-ка. Прямо точный расчет, все дела. Как аптечку возьмешь сразу? Конечно. Так, Resurrection у нас показывается уже. Кто-то вывалился из потолка, здоровый. А, ты их двое? Двое. Двое. Бочку взорвали. Там еще одна бочка есть. Типа сбежал, да? Да, надо искать Resurrection Station, а она тут походу. Она дальше. Нет, она в следующей комнате. Спасибо. О, ключик. А вот она тут рядом. Да. Спасибо. Воскреска. В этой комнате была. Да, все, я поднял. Ой. Бочку. Жетон самоспасения поднять. Последующий. Где? А то мы все без жетонов. Ну когда вот это Resurrection будет опять. Чё? Как это можно сделать? Ёб твою мать, я в нокауте. А чё произошло? Я на тебя смотрел, все было нормально. Там почка взорвалась. От здоровья, взрыва. Здоровья. Твари, да, взорвалась бочка. А здоровье-то чего никак не берешь? Не надо? А, вот он. Все, да, подобрал. Еще здоровье. И еще. Спасибо. И еще здоровье. Ай, херба. Извини, здесь, я забрал раньше себя. Тут апгрейд. Сюда, 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 ребята. Тут апгрейд. Боеприпасы, если кому нужны.
кто-то тебе электричество выключил? Да, я выключил вот этим, дернул выключатель. Ага, я включу назад, потому что выключилась улучшалка, блядь. Ага, точно. Сюда? Сюда надо подавать где? Вот у меня не остаются отверстия от оружия. Та же фигня. А на полу остаются, понятно. Это же ладно, 6. Второй остается. О, осталось. Какие здоровья здесь? Да уже концовка уровня. А, ну да. Ему так. Какой смысл тогда сделать здесь? Что случилось? Внезапно, да, прилетел? Я в полете взорвал бочку, мне просто через всю карту перекинуло. Прикольно. Ну все, полетели. Да? Что за хэбэ? О, там грейд был. Все, последнее, да? Следующий сектор. Да, сейчас переместимся, посмотрим, что там за миссии. Поддержки. Чертеж костюма, броня, оса. Гранил. Шлем муравей. Мне как раз таки не хватает шлема муравей для фулсета. Чё-то вы по урону мало, а? Точно, да. А ты с чем ходил? Дробовик МК2. А, ну дробовик, да. У них почётка правильно. Так сразу полетели. Следующий сектор. Еее. Мультики. Тетки. Why would anybody want this thing out on the loose? Reaching a gateway ship, the vault is the final step for the sanctuary. Пали на корабль, да? Да. Vault. Так. Черный экран. Гамма гнев, новое оружие. Малышка турель, ступень 2. Дубинка, шлем космонавт. Ружье, револьвер. Гамма гнев МК2. То есть вот и гамма гнев, и гамма гнев МК2 сразу можем потом сделать. Угу. Перчатки шершень. Костюмов тут гора, я смотрю. О, да, да. Ведь сейчас краб не хватает этих.
Постеленочек. Ух ты, а малышка турель ступень 2 у меня доступна. Это знаешь, что за штука? Мод поддержки можно использовать в сканере малышки. Малышка временно становится мощной наземной турелью. Удерживая F, выберите режим и бросьте на землю. Прикольно. Интересно. О, прикольно. Точно, да. Pet turret. Угу. Забавно. Ну-ка. Протестить можно, интересно, кто-то? Я предлагаю на сегодня закончить. Турель. Я уже засыпаю, просто по-страшному. А я вот ее поставил ради прикола. Вот она, короче, стоит. Посмотрим малышку. Короче, у нее из жопы чужой или это лицо? Из жопы пушка, да, видимо, из лица чужой. Челюсть от чужого. Прикольно. Ну, это отдача, да. Она будет стрелять, будет или челюсть вылазить. Окей. 25 зарядов. Ничего нового на корабле. Написано. Походу такая же пушка, что ли, только дробовик, да? Да. 25 патронов. И тут уже, смотри, два корабля посещено, получается. О, желтенький, да, да? Я разработчик желтенький. Ой, да, это чё, чё, а, это у тебя костюм осы? Да. Прикольно. Угу. Я не знаю, костюм или это просто тело. А ты, у тебя это сзади есть жало? Я на тебя спереди. У меня маленькое жальце. Жалко, жалко. Попки, осы. Да. Ладно, ну что, будем закругляться тогда? Давайте закругляться, реально, я уже тут последние две игры, ну, почти сплю, честно говоря. Вот. Ну да. Ну все тогда, что, будем закругляться, я думаю, какой-то итог подводить не будем уже в следующий раз, если что, подведем, да? Ну, я бы сказал, что, знаешь что, то тут непонятно с этим, ну, то есть, предвосхищая будущее, там, скажем так, что мы, каждый из нас попробует еще свою собственную игру создать, тут окажется, что внезапно то, что мы с тобой прошли, оно не считается для нас. В общем-то, наверное, как-то надо разделять вот компанию от героя, то есть герой героем, а компания компанией. То есть, ну, как бы, чтобы можно было отдельно проходить. Да. Когда я выбрал не того персонажа, ты подключился, ты был опять нулевой тоже, да? Не, я не был нулевой, но, то есть, он как бы был. Но вот, например, у тебя нету вот как у пользователя Стима своей собственной компании. У тебя нету как у пользователя Стима своего собственного персонажа, который, ну, знаешь, как бы Deep Rock Galactic. То есть прогрессия. И есть вот эти персонажи, которые у тебя под тобой. Здесь как-то это немножко странно сделано. То есть компания привязана к персонажу. Странновато. Ну да. А что еще из сессии этой вышло? Что у монстров больших нету нормальной, ну так сказать, нету нормальных ударов. По крайней мере, то есть они как-то так тебя убивают, и это происходит редко, но метко, но когда это происходит, ты что-то не получается понять вообще, а как это вообще произошло, что вообще произошло, ты просто раз и мертв. Вот, это хреново. Хотелось бы, знаешь, более такое ощущение того, что тебя реально ударили, и после этого ты подох. И, ну, то, что ты говорил, Хиггс, что коллизия там как-то так себе в некоторых местах. Ну да, не везде можно полазить, где рассчитываешь. Ага, ну да, да, да. Да. Ну так. Ладно, дорогие товарищи, у меня, наверное, все, как бы, все, что я мог сказать, и все, что я могу сказать. И все, что я хотел сказать, в общем-то, уже сказано. И наверняка еще будет сказано, потому что у нас
следующая часть серии ожидается, поскольку компания до конца не пройдена еще. И мы наверняка будем играть. Как ты думаешь, Икс? Я думаю, да. Да, тем вот. Более тут можно сделать такую отсылочку, смотри, вот видишь, планетка вращается. Угу. Представь, что это Харек, а я доеданец. Экстерминатус. Ты злой, ты злой. У тебя в роду рестилы случайно не были? Потому что ты жжешь. Вот. Да. Это так. А ты что тут делаешь? Шутки по хумолду, да. Да. Поселиться. Ну что? Ну что, да. Еще есть давайте какие-то... Давайте закопаться, да? Да, еще есть какие-то комментарии, что-то сказать? Сейчас я покажу горящий пукан. Ну, да. Однообразненько немножко, да, скучновато. Не хватает каких-то при активности, при атаках, и каких-то действиях, предстоящих событий. Идешь как будто просто по стеклянному какому-то коридору. Угу. Ну, явно попробовать хард, да. Я бы сказал. Ну, в общем-то, да. Что... Жаль, что придется заново начинать, да? Да-да-да. Вот что обидно. Жаль, что придется начинать заново. Да, и... Но... Может, но если я ты даже согласен. Играть. Что еще раз, извини? Да, и будешь там играть, разработчик, сам. Может, как раз ты, допустим... Если ты будешь сам в эту игру играть еще там, сам компанию проходить, допустим, то, может, как раз-таки дойдешь, и мы потом просто к тебе подключимся. Ну, может быть, ты имеешь в виду на сложном начать? Да. Может быть. Ну, это мне придется перепроходить все, что мы с вами уже проходили, да? Ну, да, да. А, ну, я буду играть один без ботов, правильно же? Да, по идее, да. Да, одиночная, одиночная. Ну, нет, да. Ты, кстати, можешь создать публичную сессию и к тебе присоединяться. А, понятно. Ни хрена себе какой радиус атаки у дубинки. Смотри, я по потолку бью. Да уж. И по потолку бью. Да ладно, чё? Ну и по потолку по балке. Угу. Ладно. Ладно. Чё, будем закругляться? Уже прошло. Да. Можно закругляться. Да. Да. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наши каналы. Все ссылки в описании. Да. Канал Дредды, канал разработчика. Присоединяйтесь в группу в Дискорде, если хотите с нами поиграть. Ждем вас в следующий раз. Еще увидимся с вами обязательно. Всем пока-пока. Угу. И кроме наших каналов, канал Кикса точно. Пишите, записывайтесь и так далее. Все. У меня все. Да. Ладушки. Ну все, да. Всем пока-пока. Давайте. Увидимся в этой или в другой игре. Пока, ребят. Спасибо. Да. Все.